Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Спринова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту Teller Back или Back, где нам дают бонус при регистрации в виде $50 на инвестиционный счет. Ну и за каждого пригласившего друга по $1 платят. Я, друзья, проверила сегодня этот проект на вывод. У меня было немножечко копеек, а именно 16 центов. Если мы перейдем в историю, вот здесь все начисления. Прибыль, бонус. И вот мой вывод. 0.16 центов. Заявка на вывод была успешно обработана и выполнена. Я выводила в USD, заплатили мне в рублях. Все замечательно, проект платит. Перейдем на Pair кошелек. Дата операции 5 ноября 12.02. Перевод выполнен. 12 рублей 64 копейки. И вот такой вот комментарий. Их номер, ну и номер кошелька. Так, что еще я хочу сказать? Значит, смотрите, по накопительному счету, что касается накопительного счета, чтобы с накопительного счета шли нам проценты, нужно, чтобы было на балансе $30. Вот у меня $31. Я выполнила там бонусы, как бы бонусные задачи. У меня было 20, не помню сколько. 27, по-моему, мне не хватало немного. Я начала выполнять задание. Что здесь написано? Выплата начисляется раз в 24 часа на счет вывода. Значит, с накопительного счета на счет вывода идут проценты от суммы накопительного счета в размере 0.1%. Увеличение суммы накопительного счета производится за счет бонусной программы и приглашенных друзей. Начисление прибыли по накопительному счету производится при наличии $30. Если у вас есть $30, вам пойдет процент от накопительного счета. Мне, я уже получила процент. И вот мне теперь уже через 22 часа, опять уже на следующий день, будет капнуть процент. Также я, как и говорила, закинула я $1. Вот это бонусная доля, что нам дает при регистрации. Он становится сразу в депозит, в работу. С него тоже капает дивиденды. Так. Далее что? И вот я закинула $1. И вот с него мне капает в сутки по 3 цента. Вот. Также здесь как бы можно все прочесть. По накопительному счету, я надеюсь, вам все понятно. Я вам сказала, вот это вот у меня мой счет, и я делала вывод. И вот тут задача, так, бонусы. Подождите, где службы поддержки? Вот бонусная программа. Здесь очень много бонусов по $1. В Telegram я не заходила, посты я не выкладывала. Я на подписках. Здесь у меня что-то уже дуже много подписок было. Я все ВКонтакте подписывалась. Вот. Можно у меня сейчас, что у меня? $31. Вот здесь, видите, подпишитесь на сообщество и получите вознаграждение. Я вот так... Ага, возникла ошибка. Вы ранее уже получали вознаграждение. Ну вот, видите, закрыть вкладку. Здесь я вот как бы все получила бонусы, а остались вот посты. То также на Facebook можно.
Вот. Выложить. Далее репост. Сделать репост записи ВКонтакте. Тут уже поменьше вознаграждение. И бонус за отзыв. Опубликуйте отзыв в группе и получите вознаграждение. Инструкция. Здесь вот кликаем изучить. И что они нам тут пишут? Мы платим вознаграждение в размере 2% от суммы вывода за счет выложенного вами отзыва. И в разделе «Отзывы партнера» вознаграждение начисляется на счет вывода. Вот. Пишем здесь отзыв. И сюда ссылочку вставляем. И отправить на проверку. Также можно получить денежку. Ну, проект в целом неплохой. Будем надеяться на долгосрочную работу. И нам дадут подзаработать. Так что имейте в виду, проверяйте рублевый счет, когда ставите на вывод. Вот. Ну, в принципе, я все такое уже вам рассказала, показала. Здесь вот вкладочка «Вывести». Выбирайте любую платежную систему. Я как вот на Payeer. И здесь минимальный вывод от 2 центов. Комиссии нет. 2 цента. Минимум. Вот сюда прописываете сумму. Сюда платежный реквизит. Нажимаете «Вывести». И отслеживаете в историю. Вот. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Буду продолжать мониторить его по выводу денежных средств, писать видеообзоры. До новых встреч!